Благодарю, Ирина Александровна, глубоко уважаемый председатель, уважаемые коллеги. Действительно, несколько необычно видеть гостиницу «Прибалтийская» в разгар нашего ежегодного форума «Белые ночи», но, тем не менее, смею вас заверить, что в каждом из залов идет активная дискуссия по заявленной тематике. Итак, тема доклада озвучена и представлена на слайде. Позвольте начать. Конфликт интересов отсутствует. В настоящее время стереотоксическая лучевая терапия активно используется для лечения пациентов с олигометастатическим опухолевым процессом. И предполагается, что кроме непосредственного воздействия на опухолевый очаг, лучевая терапия может усиливать процесс формирования противоопухолевого иммунного ответа. Так как вы можете видеть на рисунке 1, где представлен механизм радиоиндуцированного иммунного ответа, начиная с массового освобождения опухолицированных антигенов, затем захват их дендритной клеткой, и уже в лимфатических узлах, когда из наивных Т-лимфоцитов они активируются и после инфильтрируют как облученную опухоль, так и необлученный метастатический очаг. Лучевая терапия традиционно рассматривается как метод локорегионарного воздействия, однако в последнее время появляется все больше данных, что локально применяемая лучевая терапия может обладать системным эффектом. И это проявляется регрессом опухолевых очагов, которые расположены на расстоянии от места облучения. Системный эффект впервые был описан Молл и соавтором еще в 1953 году. Иными словами, тогда его назвали абскопальным. Однако до последнего времени такие события в клинической практике были очень редки. И уже в последнее время с развитием технологии и лучевой терапии, так согласно метаанализу Маркони, разовая очаговая доза больше 8 грей, то есть это тот подтип лучевой терапии, к которому и относится стереотоксическая лучевая терапия, а также активное применение иммунотерапии в клинической практике активно изменила этот процент, и сейчас мы абскопальные системные эффекты лучевой терапии видим намного чаще. Так, на данном слайде я намеренно представил выдержку с сайта клинических исследований clinicaltrials.gov, где описывается 32 активных исследования сочетания стереотоксической лучевой терапии с иммунотерапией. На данном слайде мы можем видеть статью 2019 года из журнала Translational Lung Cancer Research, которая показывает также активные исследования при сочетании иммунотерапевтических агентов и стереотоксической лучевой терапии. Все вышесказанное позволяет говорить о том, что действительно заявленная тема, она актуальна, и исследование иммунного статуса на фоне стереотоксической лучевой терапии у пациентов с распространенными формами опухолей, значит, изучено недостаточно, а в нашей отечественной литературе такие публикации практически не встречаются. И в связи с этим цель нашей работы – это изучить влияние стереотоксической лучевой терапии на функциональное состояние иммунной системы у пациентов с метастатическими формами солидных опухолей. По задачам исследования – мы изучали иммунный статус пациентов до и после проведения лучевого воздействия, выявляли статистически значимые изменения в иммунном статусе на фоне проведения стереотоксической лучевой терапии и, что будет представлено дальше в докладе, построили визуальные ряды, которые отображали иммунологические изменения на фоне радиотерапии. Дизайн исследования представлен на слайде, то есть в наше исследование было включено 29 пациентов с метастатическими формами солидных опухолей. Стереотоксической лучевой терапии подвергались метастатические очаги в печени и легких, исследовали иммунный статус мы в заявленные на слайде сроки, и далее производилась систематизация и статистический анализ. Средний возраст 29 пациентов, включенных в исследование, составил 59,1 лет. Лечение пациента получали в отделении радиотерапии Институт онкологии имени Петрова. Характеристика пациентов по локализации и по локализации метастатически облученного очага представлена в таблице. Позвольте на этом подробно не останавливаться. Стереотоксическую лучевую терапию проводили на линейном ускорителе электронов, который представлен на рисунке 3.
Лучевому воздействию подвергались очаги в печени и легких. Разовая очаговая доза составляла от 13,5 до 20 грей, а суммарная очаговая доза, которую подводили к метастатическому очагу за 3-4 фракции, составила от 45 до 60 грей. Оценка иммунологических показателей проводилась в трех контрольных точках, как было представлено на слайде ранее, то есть до начала лучевой терапии, через 3-4 недели после и через 6-8 недель после завершения. У исследуемой группы пациентов мы выполняли анализ содержания основных субпопуляций и популяций лимфоцитов периферической крови с помощью метода проточной цитометрии. Цитофлюориметр представлен также на слайде под рисунком 4. Результаты, которые были получены нами, мы выявили статистически значимое увеличение количества Т-лимфоцитов во второй точке по сравнению с исследованием до лечения и последующее снижение их в точке 3 по сравнению со второй. И помимо непосредственно содержания Т-лимфоцитов, также изменения мы наблюдали и в Т-хелперах. Статистически значимо увеличилась данная субпопуляция в точке 2, то есть через 3-4 недели после облучения в сравнении с исследованием до лучевой терапии. На данном слайде представлены активированные Т-хелперы и активированные цитотоксические Т-лимфоциты. И также последовательно в точках 2 и 3, то есть через 3-4 и через 6-8 недель, в сравнении с исследованием до лучевого воздействия, у нас возрастало содержание заявленных показателей. И, что тоже достаточно интересно, мы наблюдали снижение количества Б-лимфоцитов в точках 2 и 3 по сравнению с иммунологическими показателями до проведения лучевой терапии. Однако весьма интересен тот факт, что в точке 3, то есть через 6-8 недель после завершения лучевой терапии в сравнении с исследованием через 3-4 недели мы зарегистрировали постепенное увеличение содержания клеток гуморального звена иммунитета, то есть что в какой-то степени может свидетельствовать о восстановлении гуморального звена иммунитета после радиотерапии. На данном слайде представлены розы ветров при проведении стереотоксической лучевой терапии на метастатические очаги в печени и легких. И в верхнем ряду представлены иммунные статусы розы ветров пациентов, которым был облучен метастатический очаг в печени. И, в принципе, здесь мы можем отмечать активацию Т-клеточного звена иммунитета непосредственно как раз за счет повышения Т-лимфоцитов и повышения Т-хелперов. Однако же такая тенденция наблюдалась не везде. Так, например, на крайней розе ветров справа мы не видим таких выраженных изменений. В нижнем же ряду, представленном на слайде, представлена роза ветров при проведении стереотоксической лучевой терапии на метастатические очаги в легких. И также мы обнаружили статистически значимые изменения в Т-клеточном звене, но при этом весьма интересен тот факт, что показатели Т-лимфоцитов, Т-хелперов, они при облучении метастатических очагов легких были не настолько выражены в сравнении с облучением очагов, которые расположены в печени. Отчасти это можно объяснить тем фактом, если ссылаться на работу Танк из авторов 2019 года в журнале Clinical Cancer Research, которая свидетельствует о том, что сама по себе ткань печени является более иммуногенной в сравнении с легочной тканью, в связи с чем то исследование, которое проводили озвученные авторы, оно продемонстрировало, что при облучении метастатических очагов печени в сравнении с облучением метастатических очагов легких при основной локализации немелкоклеточного рака легкого были зафиксированы более выраженные показатели как раз при облучении печеночных очагов.
И далее хотелось бы представить клинический случай из практики нашего отдела онкоиммунологии Института Петрова. На данном слайде представлен клинический случай пациентки 65 лет с леймиосаркомой забрюшинного пространства. План лечения представлен на слайде. Постараюсь сказать об основных этапах его. То есть вначале пациентке было проведено хирургическое лечение в декабре 2014 года, затем в октябре 2016 был местный рецидив и произведено повторное хирургическое лечение в октябре 2016 года и затем послеоперационное дистанционная лучевая терапия на ложе удаленной опухоли в суммарной очаговой дозе 50 грей. После чего вновь было зафиксировано прогрессирование в апреле 2018 года. Были метастазы во втором и восьмом сегменте печени и легких. Но после проведения 4 курсов первой линии химиотерапии по схеме гемцитабина доцексел была достигнута стабилизация. После чего сохраняющиеся очаги в печени, то есть конкретно лучевой терапии, подвергся очаг в восьмом сегменте. В разовой очаговой дозе 15 грей было проведено 3 фракции, суммарная очаговая доза 45 грей. Сразу у вас может возникнуть вопрос, почему не облучали и метастатические очаг во втором сегменте. Это было связано с техническими трудностями ввиду того, что метастаз в С2 прилежал к газовому пузырю желудка, в связи с чем подвести адекватную дозу к данному очагу не представлялось возможным. И после завершения стереотоксической лучевой терапии пациентка начала получать иммунотерапию аутологичными дендритными клетками, нагруженными раково-тестикулярными антигенами в условиях научного отдела онкоиммунологии. И за период с ноября 2018 года по декабрь 2019 года пациентка получила 15 циклов. И, значит, на данном слайде представлен план лучевого лечения данной пациентки в 3 проекциях, как раз все основные объемы лучевой терапии, которые подвергались лучевому воздействию. И здесь представлены контрольные исследования пациентки, то есть компьютерная томография от сентября 2018 года, затем следующее исследование было сделано в феврале 2019 года, и уже последнее МРТ было в октябре 2019 года. И здесь мы явно можем видеть, да, то есть вы видите, что красным цветом обозначены целевые интересующие нас очаги в восьмом и втором сегментах, и перед нами отчетливо наблюдается регресс как облученного очага в восьмом сегменте, и параллельно происходит регресс очага во втором сегменте. На наш взгляд, этот случай достаточно интересен, и, в принципе, этим случаем мы хотели показать этот самый абскопальный системный эффект лучевой терапии. И если перед тем, как перейти к выводам, еще хочется сказать такой момент, да, что в принципе в литературе есть основные 3 вариации сочетания стереотоксической лучевой терапии с иммунотерапевтическими агентами, и наиболее привлекательным представляется вариант, когда лучевая терапия, стереотоксическая лучевая терапия, она предшествует какой-то иммунотерапии. И, соответственно, вот тот пример, который был представлен на слайдах ранее, как раз это показал. Но при этом достаточно неплохие результаты были получены, когда проводили стереотоксическую лучевую терапию и вместе с ней делали введение иммунотерапевтических агентов. Также часть исследователей иногда используют стереотоксические методы лучевой терапии как терапии спасения, когда уже фиксируется прогрессирование после проведенных курсов иммунотерапии, и лучевая терапия, используется как последний этап. В целом, говоря о результатах представленной нами работы, то мы можем сказать, что после проведения стереотоксической лучевой терапии наблюдается активация этаклеточного звена иммунитета преимущественно за счет увеличения Т-лимфоцитов, Т-хелперов, активированных Т-хелперов и активированных цитотоксических Т-лимфоцитов.
фенотипы все представлены на слайде. После завершения стереотоксической лучевой терапии мы отмечали снижение активности антителопродуцирующих клеток, однако также интересен тот факт, что постепенно через 6-8 недель после завершения стереотоксической лучевой терапии показатели Б-лимфоцитов постепенно восстанавливались. Наиболее высокие показатели токлеточного противоопухолевого иммунного ответа регистрировали мы через 3-4 недели после лучевого воздействия, и теоретически мы можем пока рассматривать этот период как оптимальный для того, чтобы подключать какую-то иммунотерапию, какой-то из иммунотерапевтических агентов. И тоже достаточно интересное наблюдение, касающее того, что при облучении метастатических очагов, расположенных в печени, мы получили более выраженное увеличение показателей токлеточного звена при сравнении их с облучением метастазов легких. Ну, безусловно, та работа, которая на данный момент проведена, она еще не закончена, и мы продолжаем двигаться в данном направлении. Сейчас у нас запланировано в большей степени исследовать пациентов с метастатическим поражением легких, чтобы эта группа была более выраженной. Ну и, конечно, все вышесказанное, о чем было сказано ранее, конечно, позволяет нам говорить о том, что такие методы лучевой терапии, как стереотоксическая лучевая терапия, она действительно может обладать и обладает системными эффектами. Но, безусловно, для того, чтобы говорить более четко, да, об этом вопросе, необходимо дальнейшее исследование. И в заключение хотелось бы поблагодарить руководителя отдела онкоиммунологии Ирину Александровну Балдуеву и, соответственно, всех коллег отдела за помощь, и заведующего отделения радиотерапии Сергея Николаевича Новика, и также всех специалистов, которые приняли участие в этой работе, благодаря которой она сегодня была представлена. Благодарю за внимание.